На одного из служебных лиц Белгород-Днестровской райгосадминистрации открыли уголовное дело за получение взятки, мошенничество, злоупотребление властью и служебным положением. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, установлено, что чиновник требовал и получил через двух своих посредников взятку в размере 20 тысяч долларов за подготовку и оформление документов о праве собственности на земельный участок площадью 3 гектара на территории Казацкого сельского совета. Теперь степень его вины определит суд.